Да, она. Кто должен стать следующим соперником Петра? Стерлинг, Дилашоу, может быть, Мираб Двалишвили. Думаю, это Стерлинг. Будет бой за титул. Сегодня дрались многие российские бойцы. Кто из них поразил вас больше всего? Петр Ян сегодня был просто невероятен. Он зверь. Этого парня невозможно остановить. Он все время идет вперед. Какие они проводили контратаки, как били друг другу в корпус, кики в корпус, бэкфист с вращением. Это была абсолютная война. Петр Ян неудержим, невероятен. Он ни разу не пал духом из-за того, что Кори расстреливал его с дистанции, кружился вокруг него, уходил. Трудно найти более техничного, выносливого и опасного парня, чем Петр Ян. Дана, интересно услышать ваше мнение. На прошлой неделе Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона. Вы по-прежнему считаете Федора переоцененным бойцом? А я больше не должен считать его переоцененным, потому что он нокаутировал Тимоти Джонсона? Я видел, как пару недель назад Федор сказал про меня. У него все упирается в деньги. Во-первых, я не знаю Федора лично, а он не знает меня. Мы встречались только раз. Вот именно тогда ему самому стоило упереться в деньги, когда мы общались на этом острове, уже не помню его название. И если бы он тогда уперся в деньги, то ему сейчас не нужно было бы драться в 45 лет. Не уверен, что ответил на ваш вопрос, но такое мое мнение. Есть ли шанс, что мы увидим его в UFC хотя бы на один бой? Я предлагал ему контракт. И уверен, этот контракт и сейчас преследует его, когда он лежит ночью в кровати. Мы пытались подписать его. Но Федор меня не любит. Сейчас я не вижу шанса, что это возможно.